Это магазин Apple в Риме. Мы сюда заходим, чтобы не забывать, что есть к чему стремиться. Всем привет из Рима, и это мой видеоколлаж нескольких сюжетов разных вечеров. Сейчас мы находимся в магазине Apple на Via del Corso, да? Это новая штаб-квартира Apple в Риме. Видео из этого магазина у меня уже было, я постараюсь оставить ссылку. И это очень красивое здание. Высота стен более 6 метров, окна во всю высоту. И посмотрите, какие потолки. И, конечно же, внутренний дворик, который только что был в кадре. Дальше вы увидите, как одни итальянцы протестуют против Green Pass, против зеленого пропуска, а другие итальянцы наслаждаются Dolce Vita. Великолепное пение будет на площади Ротонда, Пьяцца де ла Ротонда перед Пантеоном. И в конце видео приготовление одного из самых популярных коктейлей, да, в Италии, это Негрони. На площади Дель Пополо была огромная манифестация против Green Pass. Там вот выставили ряд полиции, не пускают. Италия. 11 октября будет шопера, да, забастовка большая в Италии. Там, значит, люди борются за без Green Pass, да, жизнь, а здесь Dolce Vita. В полной красе процветает. Тиберина, синагога и полная луна.
Вот так итальянцы проводят вечера, развлекаются и веселятся. Они очень любят общество, они очень любят общаться друг с другом. И мы в баре снова, нам бармен в этот раз покажет, как готовить коктейль Негрони. Один из самых популярных коктейлей. В прошлый раз был коктейль Old Fashion, а сейчас Негрони. Негрони – это аперитивный коктейль, он в состав его входит красный вермут, биттер кампари и джин. Этот коктейль был создан в 20-х годах 20 века во Флоренции. И создан он был графом Камилло Негрони, который очень часто посещал аристократическое кафе Казони. И в отличие от привычного своего американского аперитива, он попросил бармена заменить зельтер на джин в честь своих поездок в Лондон. Так и родился коктейль, который стали называть в честь Негрони. Этот коктейль имеет красный вкус, цвет и горьковатый вкус.